Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и сегодня мы будем продолжать играть в Майнкрафт на сборочке Моджангл. Вот, и в прошлой серии мы строили дом, вот, и я без съемок его достроил. В общем, и также еще настроил полет летучей мышью. Вот я потом покажу вам. Вот такой вот у меня домик получился. Довольно-таки неплохой, красивый. Вот такой вот домик с двумя выходами на крышу. Вот, на крыше мы тоже что-нибудь придумаем. И здесь у меня вот такой вот вход на кнопочках, там, Redstone. И я уже заранее порассортировал все вещи в сундуки. Вот, также я без съемок побегал по местности, открыл очень-очень много данжей, в которые мы сегодня пойдем. Вот, также тут есть вот такой вот второй этаж, вот, который мы будем заполнять там разными штуками. Вот, и также еще есть подвал, то есть вот смотрите, тут у меня пока что стоит зачаровальный столик, наковальня и сундуки с всякими магическими штуками. Вот, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы, сейчас я во-первых поем, мне надо во-первых поесть, давайте вот эти вот возьмем штучки. Так, ну, во-первых, это то, что мы отправимся в данжи. Я открыл очень-очень много данжей, и сегодня мы в них отправимся. Будем, так сказать, исследовать. Так, значит, я это оставлю себе. Сюда мы сейчас сложим всю броню, которой нам не надо. Так, возьмем, наверное... Что мы возьмем? Да не, давайте, хотя я летучая мышь, мне не надо. Давайте, в общем, отправимся в первый данж. Так, по-моему, вот этот. Так, телепортироваться. А, нет, это не тот. В этом данже я уже бывал. То есть вот у меня тут, я его уже обыскал. Тут очень много тоже руд, которых я еще не собирал. Вот. Ой-ой-ой-ой. Тут скелеты. Я лучше отсюда уйду, потому что меня могут убить. Так, значит, давайте в маркеры. Данж 2. Давайте отправимся. Посмотрим, что у нас здесь. Вот он, это данж наш. Вот он. Такой вот домик. Прикольный. Ой-ой-ой, лаги. Так. Тихо. Что у нас здесь? Ага, у нас здесь... железо, алюминий, оловянный слиток и медный слиток. Давайте сразу разрушим спавнеры, чтобы не мучиться с пауками. Вот. И сразу же можно, в принципе, убить пауков. Так, умри. Вот. Все отлично. Так, и... Так, давайте посмотрим, может, что-то еще наверху тут есть. Может, какая-то... Наверху еще штука есть. По-моему, тут есть что-то наверху. Ой, зомби. Как он сюда забрался? Тут есть что-то наверху, внутри? Нет, нету. В общем, давайте теперь отправимся в следующий данж. Маркеры, пирамида. Я не знаю, я там не бывал еще. Ну, вот такая вот сейчас покажу вам. Большая пирамида у нас. А, да, кстати, забыл вам показать. Вот, я летучая мышь. Я могу летать. Там, получается, конфликтовало с некоторыми модами. Мод Морф. Вот. Давайте посмотрим, может, что внутри этой пирамиды есть, или это она просто такая. О, тут железо есть. Давайте его срубим. Может, что-то тут будет у нас. Ага, тут у нас скелеты, да? Давайте сразу спавнер уничтожим. Так, заберем наше железо. Так. Да, кстати, вон там вот очень много нефти. Это надо нам будет, когда мы будем изучать мод под названием... Как же он там называется, я уже забыл. Buildcraft, вот. Так что нам понадобится очень много нефти. Так, ну, в принципе, вроде бы тут больше ничего нету, входов здесь нету в эту пирамиду. Она, походу, полностью из песчаника.
Да, она походу полностью из песчаника. Её здесь ходов нету. А давайте посмотрим, что наверху этого острова. Может, что-то тут есть интересное. Ну, как всегда, здесь ничего. Здесь, как обычно, озеро. Так, ну давайте следующий данж. Маркеры. Пирамида, данж 3. Телепортироваться. Так, это уже поинтереснее. Что у нас здесь? Ой, так. Ой, тут скелеты. Надо как-то аккуратненько их тут... Умри! Ой-ой-ой, ой, я ничего не вижу. Так, умри. Отлично. Так, тут у нас я, насколько вижу... Так, все. Ой, ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Тише будь. Во-первых, нужно зомбятину эту всю уничтожить. Так. Теперь вот этого скелета. А точнее двух уже. Пошел вон. Скелет поганый. Все. Спавнер мы уничтожили. Так, здесь походу зомби. Да, тут зомби. И тут его куча сундуков. Давайте их просто сломаем, чтобы не париться. Ух ты. Давайте поменяем наши шлемы. Так, а это мы сюда. Ой, что тут упало? Зомби, да? Давай, умри. Умри, сучка. Вау, он больше становится? Да, он больше становится. Какой большой зомби, а ну. Прикольно. Давайте и это заберем тоже. А, мне уже... Давайте вот эти вот растения не будем забирать. Они нам, в принципе, не нужны. Здесь какая-то фигня. Ладно. Ну что ж, превращаемся в летучую мышь и отправляемся... Так, о, блин, не туда. Вот. Летучая мышь... О, опять зомби. И опять он становится больше. Смотрите, я его бью. И он становится больше. Так, давайте отправимся теперь в дом. Маркеры. Давайте удалим. Нет, вот этот я не буду дальше удалять. Вот этот я удалю. Пирамиду я тоже удалю. И данж 3 я тоже удалю. Я же все оттуда забрал. Дом. И телепортируемся в дом. Так, мне тут нужно сейчас посваживать все, что у меня тут есть. Все, что я насобирал. Так, блоки сюда. Вот так. Далее руду всю сюда. Вот эти вот штуки сюда. Так. Дальше. Я не знаю, что вот это вот такое вот сейчас. Вот это вот. Вот оно. Я без понятия вообще, что это такое. Так что... Так. Значит, это мы тоже сюда ложим. Сюда. Сюда. Так, это в оружие. В оружие. В оружие. Сюда в еду. Так. Это мы ложим вот сюда все. Кости тоже сюда. И теперь вот это вот мы ложим сюда, это вверх. Правильно? Правильно. И пластинку, и вот эту ерунду наверх тоже мы ложим. Так, сюда. Выравниваем. И так, нужно похавать быстренько, чтобы было все просто шикарно. Так, и теперь спускаемся вниз. Сейчас мы положим вот эти вот глаз паука сюда и отправляемся в следующий данж. Следующий у нас на очереди данж номер 4. Что у нас здесь? Я уже не помню. А, это ледяной данж. Такой, смотрите, прикольный. Прикольно построен. Так, давайте просто заберем отсюда вещи все. И не будем париться. Ой-ой-ой-ой, у меня лагает здесь. Еще. Так, что у нас здесь еще есть?
тут в башнях ничего нету. Один, что ли, сундук и все? Я вон там вижу руды какие-то и вижу еще много-много всякой няшности. Давайте. Ух ты. Ледяные, типа, эти самородки или что это такое? Я без понятия. Просто я не знаю, тут что-то... Что-то похожее на данж еще внизу было. Вот, смотрите. Сейчас. Насколько я помню. Надо вот это вот срубить и все. Вот, вон там вот что-то похожее на данж. Тут еще и зомби. Спавнер. Так, а ну давайте спустимся туда. Ту-ту-ту. Так, что у нас здесь? А, у нас здесь ничего интересного. Ну ладно, тогда давайте опять же удалим эту метку. Маркер. Данж 4. Удалить. Удалить. И отправляемся в пятый данж. Телепортируемся. А здесь у нас вот такой вот домик. Кстати, ой-ой-ой, лагает. Ой, тут еще и скелеты, и инфриты. Давайте лучше станем инфритом, чтобы туда лучше добраться. Я же ведь тоже могу инфритом летать. Надеюсь. Ой-ой-ой, лаги. Так, тихо будь. О, редстон факел я подобрал, прикиньте. Ой-ой-ой, сколько тут скелетов-то. Чё они такие быстрые тут, скелеты эти? Они тут так быстро стреляют, вот честно. Так, давайте лучше от греха подальше уберем вот эти спавнеры. Я, в принципе... Ой, тут еще сундуки, ничего себе. Давайте это все мы позабираем. Быстренько. О, ведерца. Так, и давайте еще заберем. Что у нас вот здесь? Так, двери ломаем. Вот еще тут сундучки. Ух ты ж, сколько тут всего. Сколько тут всякого добра. Так, давайте отправимся в дом. Так, телепортироваться. Давайте, в общем, я потом это все буду разлаживать. Сейчас нам главное все вот это... Я уже без съемок это все поразлаживаю, чтобы вас не мучить. Вот. Это мы тоже вылаживаем все дело. Отправляемся опять в данж 5. Да? Да, данж 5. Ой, лаги. Слишком много инфритов. Так, все нормально. Без паники. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, значит, забираем все, что у нас есть в этих сундуках. О, опять эти печеньки. И какой-то глаз. Так, все. Мы все забрали, все, что в этом данже есть. Я... Не все. Вот эту вот штуку заберем тоже. Ой. Так, я отсюда уйду лучше подальше. Иначе мне будет хана. Вот такой вот данж. Ух ты, кстати, тут водичка еще есть. Нифига себе. Ой, я ж горю в воде. Так, давайте теперь назад. Назад превратимся. Не, давайте отправимся в дом. Во-первых, удалим пятый данж. Дом. Ой-ой-ой-ой. Лаги. Выложим вот это все, что у нас тут есть. Потому что... Зачем мне оно у меня в инвентаре? У меня еще 8 данжей впереди, или сколько там? Не 8, 3 данжа, по-моему, еще впереди. И теперь отправляемся в данж номер 6. Не, подождите, что это семерка? Я уже просто не помню. Семерка это... Ага, вот еще тоже семерка. Небольшой данжик. Давайте здесь удалим. Да, надо, кстати, летучей мышкой стать, чтобы... Мне не нравится вот этот дымок у Инфрита. Так, здесь еще конная броня. Нехило.
Так, все. Тоже давайте удалим семерку. Удалить. Давайте данж номер 6. А данж номер 6 у нас, по-моему, находится где-то... Да, вон он, это данж. Давайте туда отправимся. Ух ты. Тут глоустоун я вижу. Инфритов вижу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче инфриты. Так, забираем это все дело. Забираем. Ой, надеюсь, ты зомби меня не достанешь? Нет, не достанешь. А! Я горю. Подождите, здесь, по-моему, где-то вода была. Если я не ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь, воды здесь не было. Значит, давайте заберем вот это все дело. Да, очень быстро забирать, иначе мне гапоик будет. Вот еще сундук. Так, есть. А, по-моему, тут еще должен быть. Нет, здесь спавнер инфритав. Ой-ой-ой, я сейчас умру. Да, я умер. Давайте назад отправимся в данж номер... Не, ладно, не. Да, лучше данж номер 6. Я вот так отправлюсь. Так. Тут глоустоун. Вроде бы все, я тут забрал. Если я не ошибаюсь. Ну, давайте тут вот так пройдем, так сказать. Пролетим. Нет, нету здесь ничего. Здесь больше тоже ничего нету. По-моему, там сундук. Или какое-то подобие на сундук. Нет, там сундука нету. Ну все, да, этот тоже данж можно удалять. Данж номер 6 удалим. Мы его облутали. Давайте деревня. Я нашел лазил деревню. Вот такая вот она большая, эта деревня, вот смотрите. Ну, это утать это будет очень ее долго. И тут самые важные это вот эти вот кабинки и вот такие вот маленькие. Я уже в этой деревне бывал, взял только Таунамикон с этой деревни. Вот, потому что он мне нужен будет. Вот. Ну, облутаю я эту деревню позже. Ага. Ой, сундучок один рассыпался. Ну ладно, ничего. Бывает такое. Давайте заберем вот это все, что у нас тут есть. Вот отсюда. Вот, опять отправимся домой. Эту деревню я... я думаю, я ее облутаю без съемок. Вот, чтобы вас тоже не мучить. И все, да. Так, давайте сразу возьмем... да что ж такое? Возьмем сундучок. Нет, давайте вместо нитей возьмем сундук. Просто я сейчас сразу, что буду это все дело вылаживать, чтобы вас потом не мучить. А уже расставлю я это все без съемочек, потому что это будет сильно долго. И так уже записываю 18 минут. Так, это тоже вылаживаем. Маркеры. Данж 7. Так, а подождите, а 8, что это такое? Я уже не помню просто. Ух ты. А, вот он еще данж. 8. Это, по-моему, я здесь был. Ой-ой-ой. Так. Забираем это все дело. Ой-ой-ой, сколько тут всего интересного-то. Так, тихо-тихо-тихо, зомби. Их очень много. Блин. Ладно, маркеры. What is dead? Телепортироваться. Так. Yes, я успел. Ух ты ж, мать моя женщина, сколько здесь зомби. Ладно. Маркеры. Давайте, да, восьмерку тоже уже можно, блин, удалять. В принципе. Да, восьмерку тоже можно удалять. Маркеры. Удалим восьмерку. Давайте дом. Вот. И выложим все вещи, которые у нас накопились тут. Так, вылаживаем это все дело. Потому что оно мне сейчас пока что не нужно. Так. И возьмем вот этих печенек, похаваем. Потому что кушать надо. Так.
Ой-ой-ой-ой, лаги. Так, давайте отправимся теперь в данж номер 7. Нам осталось 2 данжа и 1 деревня. Здесь он, по-моему, где он находится? А, он, по-моему, находится наверху или не наверху. Где здесь данж? А, наверху он находится, наверху, правильно все. Давайте станем инфритом, чтобы быть устойчивым к огню. И все, и не будем париться, потому что меня инфриты бесят очень сильно. Они меня бесят. Так, тут я не могу пройти, да? Ой, что это было? Тут еще и ведьма, что ли, живет? Нет, ведьма тут не живет. Воу-в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 оу, полегче, парень. Парень, полегче. Забираем это все быстро. Так, все окей. А, так, здесь сундук. Ага, так, здесь сундук. Большой. Это, походу, какая-то алхимическая лаборатория или что-то вроде такого. Давайте быстро еще эти сломаем. Зачаровальные столики, они нам тоже пригодятся. Так, давайте быстрее ломайся, ты дура. Во, все, я вроде бы весь облутал, всю эту фигню облутал. А ну, может тут что-то есть еще? О, там этот есть. Сейчас. А, тут просто пустая, да? Ну ладно, тогда давайте маркеры данж номер 7 мы тоже можем удалять. Теперь отправляемся в данж номер 8. Данж номер 8 у нас тоже находится в воздухе. Где-то он находится вон там. Насколько я прав. Где он находится? А, вон он. Точно такой же данж, как и все остальные. Так, залетаем быстренько в этот данж. Сейчас быстренько его облутаем. Всякая алхимическая нам пригодится. Все-таки. Так, здесь у нас тоже пузырьки опыта. Это хорошо. Они нам очень сильно пригодятся. Так. Все, этот данж тоже можно удалять. Маркеры. Данж номер 8. Удалить. Я сказал удалить. Да. И деревня 2. Что у нас в деревне 2? Вот, то есть я тут заспавнюсь на вот таком вот домике. Здесь у нас сундуки с принадлежностями из мода Tinker Construct. Так, здесь у нас столики из этого мода. Заберем их себе. Тут такая вот у нас ерундовина. Тоже заберем ее себе. Давайте сделаем так. Маркер, дом. Телепортироваться. Ой-ой-ой. Так, давайте станем опять летучей мышью, потому что у меня вот эти вот частички, они меня уже начинают немножко раздражать. Так, блин, у меня сундуков нет. У нас срочно быстро сундуки. Так, где? Блин. Нету. Так. А, вот сюда ж можно сложить это все дело. Сложим это все дело вот сюда. Сейчас я опять же отправлюсь в деревню 2. Заберу все, что у нас здесь есть. Вот эти вот все из мода Tinker Construct. Возьму этот поршень, понадобится. Возьму вот эту всю фигню, тоже понадобится. Кстати, я могу ж купить у этого чувака всякую дребедень для велосипеда. Можем сделать себе велосипед. Да, давайте сейчас я это все опять отправлюсь в дом, чтобы все сделать. Так. Наверх отправляемся. Вылаживаем в эти все сундуки вот это все, что у нас есть. Так, это я все пораставляю без съемок, чтобы вас не парить. Вот.
Таунамикон я с собой заберу. Так, теперь, что мне нужно? Мне нужно уголь, много-много угля. У меня угля, в принципе, достаточно. Так, где у меня уголь? Вот у меня уголь. Давайте возьмем вот так. Там потом сколько пригодится, столько и возьмем. Так, маркеры, деревня 2, телепортироваться. Все. И так, теперь мы, значит, покупаем у него. В общем, народ, я не знаю, с чем это связано, вот, но когда я покупаю вот у этого чувачка какую-то принадлежность, ну, чтобы сделать велосипед, у меня крашится Майнкрафт. Я не знаю, с чем это связано. Я уже пробовал очень, ну, уже и в обычное подобие человека становлюсь, ну, у меня крошится он все равно. Я не знаю, с чем это связано. Прошлый ролик у меня, который я только вот что снимал, он тоже не записался. Вот, ну как, он записался, но он открывается только через плеер. В Sony Vegas его обработать нельзя. Так что я попробую отснять с плеера, вот, и потом мы будем, то есть я его как-нибудь смонтирую, чтобы было более-менее, чтобы его можно было более-менее смотреть, вот. Я уже, кстати, тоже записывал точно такую же речь, вот, только я ее не записал, опять же. Опять же у меня крашнулся Майнкрафт, я не знаю, из-за чего это было, вот, я уже в домике был, там уже последние слова хотел сказать, и у меня крашнулся опять Майн. Я попробую это исправить, вот, так что давайте отправимся опять же в дом. Так, маркеры, дом, да. Вот, что мы вообще добыли за сегодняшнюю серию? Мы добыли вот столько вещей, мы бывали в нескольких данжах. Извините, меня отвлекли. В общем, вот мы добыли вот столько предметов в данжах. Вот еще тоже вот сундук в данжах. Вот. И также вот еще здесь тоже его куча всяких предметов. Вот, это я потом тут где-нибудь расставлю из мода Tinker Construct. Опять мне в ВК пишут. И телефон зазвонил. В общем, народ, на этом я закончу. Я, еще раз говорю, постараюсь записать с плеера все это дело. Вот, так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.